У кого сегодня день рождения? Целый год. Подарок у нас сегодня будет один, но я тортик готовлю. С днем рождения! Красавчик, молодец. Эй, привет! Да-да, ты! Я жду именно тебя на своем сольном концерте в Москве. 15 октября. Москва. Крокус. Фейерверки эмоций. Классное шоу. Любимые песни и многое-многое другое. Я надеюсь, ты будешь кричать громче всех. Увидимся! Всем привет! Вы на канале Family Box Vlog. И сегодня у нас праздник. Большой, великий праздник. Сегодня нашему Матюше целый год. Фотографии, которые мы делали специально на этот праздник, уже в Телеграме. И те, кто на нас подписан, уже их посмотрели. А я хочу рассказать, что мы сегодня будем делать. Мы решили провести весь день с Матвеем. Убрали все дела, отменили все съемки ради того, чтобы с мальчиком нашим побыть, подарить подарки, поздравить с днем рождения. Сейчас мы просто идем гулять. Few inches later. Вот и вышли молодые родители. У кого сегодня день рождения? Когда уже будут подарки? Вот так, идем мы гулять. Коляска отдельно. Матвей, отлично. Зачем мы коляску покупали? Когда я все время на руках ношу. Ну, так происходит у почти всех. Это просто дополнительное. Дополнительный аксессуар, который рядом всегда. Скучно. Я хочу в другое место. У Матвея есть любимые качели. Качельки, качельки. Ну вот уже куда лучше. Как-то ты криво качаешь, папа. Мама, дай покататься спокойно. Ладушки. Я нагулялся, хочу домой. A few moments later. Что мы тут делаем? Мы пришли домой. Сейчас будем спать. Но пока нам очень интересно играться со всеми проводами. У нас тут заглушки, кстати говоря, на всех розетках. Умеете, могете, четко. Для некоторых. Ну, мама, не так, все плохо. Мне так смешно всегда, он соску когда берет в рот. У меня другие дети вообще соску в рот не брали. А этот прям такой чпоньк, так смешно. Не вижу ничего смешного в этом. Кломенсон, он с мячом, передача Вандервард. Ой, блестяще! Где же подарки, спросите вы? И я вам отвечу. Я все время смотрю на свои волосы, которые начали расти после родов. Гениально! Мы Матвею решили подарить всего лишь один подарок, потому что ему один год, и потому что, в принципе, у него и так изобилие всех игрушек и необходимых материалов для развития. Я сейчас сторонник не на день рождения кучу дарить, а каждый день давать то, что ему необходимо. Поэтому подарок у нас сегодня будет один, но сейчас он поспит, и потом мы ему вручим. Хе-хе-бай! У нас есть и кубики для развития цвета, понимание, как строить и ломать пирамиды. Коврик, который, кстати, он любит. Одна из его любимых игрушек, Матвей, названа в его честь. Это тоже любимые игрушки Матюши. Но это больше, наверное, он на Дани смотрит. И... Да, Матюша? Нет, ни на кого не смотрю. От того футбольного мяча ничего не осталось, видимо, лаки пропустил. Что? Доброе утро! Ну, привет! Так выглядит доброе утро у Миланы Филимоновой? Это кто? Это кто, сестра твоя? Ой, даже не знаю. Что с ней произошло? Поздравь брата с днем рождения! Нет, с Дере, короче! Изи! Остановитесь! Пока сыночек спит, папа готовит праздничный обед. Жалко только, что нашему имениннику нельзя еще этот обед. Да, это жестко. А я тортик готовлю. Там у меня уже запекается, так что сейчас я уже буду доставать корж. У нас будет праздничный торт и праздничный вкусный курица. Праздничный вкусный курица. Маперси.
днем рождения! Поздравляю чего тебя ты от меня хочешь? С тобой ударим, друзья! Да, капитан! А я что там? Матвей, закрой глаза. Он такой огромный. Ты вообще. Матюша его еще не видел. Я надеюсь, что ему очень понравится. Чего? Да-да, я знаю, что это звучит дико. Смотри. Матюша. Матвей, дом для тебя. Скажи от лица. Ням-ням, какой вкусный был. Матвей, дом для тебя. Скажи от лица, он камеру. Интересно, что же тут для меня? Вот это да! Вот это домяра! Посмотри, какой он классный! Сколько тут всего, да, Матвей? Тянушки всякие! Побрякуш! Что? Розетка. Деревянная розетка. Матвей, у меня не было здесь деревянных розеток. Он огромный, он такой же, как Матвей. Го? Вот что мы решили подарить Матюше на день рождения. Это большой бизи дом. Смотри, Матвей. Бизи есть. Матвей, я тебя снимаю тут. Здорово, Матюша. О, привет. Ку-ку. Папа, ты че? Ку-ку. Пап, смотри, это и смертный дом. С такими ногтями, конечно, он будет СМРный. Да ладно! Ого! Ух ты! Матвей! Коля, это серьезно! Данька, кстати, хотел вместе с ним его раскрыть. Три. А Данька заявил сегодня первое место по футболу. Здрасте! Здрасте! Я тут кое-что возьму, спасибо! А это вам чаевые за беспокойство. Мы с подарочками, у нас тут всякие разные машинки. В общем, туда надо ставить батарейки, она будет сейчас вся мигать. Чего себе! Смотри. Кубики, рубики. Зачем мне кубики? Дайте машинку. Все. Открывай на. Играй. О, дайте мне сюда машину. Это то, что нужно. Спасибо, Аня, большое. Несмотря на то, что у Матвея день рождения, мы сегодня все равно занимаемся. Работаем. Потому что мы что делаем? Потому что мы готовимся к шоу. К концерту очень важному. Ты такое, как будто ружье держишь. Быстро готовимся, все пошли. Объясни, пожалуйста, что мы готовим. Мы готовим очень вкусный торт в честь нашего именинника, который вон там ползает. И такой, не понял, почему ему никто не... Серия выглядит жутко, но будет вкусно, да? Это очень будет вкусно, я уверена. Я прям уже у меня слюнки текут. Но так себе выглядит. Но зато у меня не так себе выглядит курица. Посмотрите, какая она превосходная. Вообще прям потрясающая, мне кажется. Чёрт. Ты ее есть не будешь. Ты ведь не будешь мою курицу кушать? Какой вкусный провод. Ну да, ну вряд ли. Открыли! Ура! Свобода! Понял. А чё, скажи, так можно было? Да как так-то, а? Вы уверены? Сегодня день рождения, сегодня все можно. Так, тут аккуратнее, товарищ. Папа, не волнуйся, я уже Матюша. Взрослый. Всё, его распирает, он не знает, куда идти. В одну, в левую, в правую. Куда ты меня ведешь? Так, я вас хочу спросить, вам слышно, как играют на барабанах? Это у нас дома, чтобы вы понимали. Босиком по травке в годик. Вот он годик и настал. А уже целый год. Скажи, блин, и улыбаться хочется, и солнце светит, и я хочу смеяться, какая а ты солнышко. Качи. Как весело. Зато солнышко в глаза не светит. Там паука мы нашли ползы, хватай его. Ням. A few moments later. Ну чё, чемпион, поздравить тебе можно? Можно. Красавчик, молодец. Первое место, давай 5. Ни разу не
посадили на замену. А сколько команд? 8 команд, да, было, Данил? Нет, 10. 10? А... Покажи свою медаль. Золотое, второе место сегодня. Вот, вот. Красавчик, молодец. Ты счастлив? Конечно. Это мое второе, только первое место. У меня 2 первых места есть. Сижу за решеткой в темнице сырой. Ага, долбит ребенок. Пой, пой давай. Пока не споешь, гулять не выйдешь. Вот так и воспитываем детей. Ого! Кайф? Вот такая красота. Растеклась. Ну, красота. А главное, вкуснота. Всем привет! Меня зовут Милана. И я приглашаю именно тебя на свое влог-шоу. Долгожданное событие. Наконец-то мой сольный концерт. Мы будем танцевать и тусить все вместе. Тебя ждут самые яркие впечатления, фейерверки эмоций и незабываемая атмосфера. Приходи, я жду именно тебя.